разных направления на фронте. И на поступах к Сталинграду, в этой страшной битве за освобождение Сталинграда, эта конная дивизия принимала самое активное участие. И, к сожалению, в этом неравном бою погибших, и уже практически невозможно было восстановить, расформировали память об этой конной дивизии. Проходят регулярные памятные мероприятия вблизи памятника. Конечно, мы помним своих славных сынов, как и всех, более 27 миллионов погибших за освобождение нашей ярких, каких-то даже уникальных аналогов, которых нет в мире, находятся достопримечательности именно нашей республики. Вот в Чегемском районе очень богатый район на природу, на историю. Вот мы с вами проезжаем город Чегем, Чегемского района, административный центр, где находятся основные рычаги управления. Да, вызывают большой интерес не только у специалистов. Вот, например, Заюково в 2019 году, опять же, большая часть была представителей из московского, найдено целое городище. Древнее городище, на территории которого были найдены большое количество артефактов, какие-то предметы быта, ювелирные, опять же, изделия, много-много разных предметов, которые у нас на территории Кабардино-Балкарии. Ну и, конечно, опять же, Эльбрус, наше творчество, 5000 метров над уровнем моря. И в этом списке 7 из них находятся на территории Кабардино-Балкарии, как и самая высокая вершина, 5142 метра, наш Эльбрус. Только одна вершина, пятитысячник, на соседней территории, соседней Братской Республики, Северной Осетии, Алании, гора Казбек. И то она в этом списке на самом последнем месте, всего 5033 метра, а выше... Все они находятся на территории нашей республики. Самое большое – это прекрасные горы, которые на территории Ставропольского края уже находятся. А на границе со Ставропольским краем принадлежит Кабардино-Балкарии. Это озеро Тамбукан. Озеро Тамбукан, которое, опять же, по аналогии много лет назад нашими предками, которые заметили, что когда они проходят по территории этого озера, и часто вода высыхала этого озера, и когда вот люди проходили по территории глинистой этого озера, они замечали, что наступала какая-то легкость в организме, проходили боли и так далее, и заживали быстрее какие-то раны. Это они заметили и стали уже приносить домой эту грязь и делали такие локальные аппликации на болевые участки, что в значительной степени облегчало каких-то травм. А уже более вот такой современный период научно исследовали эту грязь, действительно отметили эффективность этой глины, этой грязи, содержанию многих полезных микроэлементов, и сейчас это уже используется в лечебных целях. Есть специальные грязевые, где используют нашу лечебную грязь с Кабардино-Балкарского, скажем так, озера Тамбукан. По названию Тамбукан имеет историю, что вблизи этого озера был захоронен князь Тамбиев, который погиб при освобождении этих территорий, когда очередное нашествие было на эти земли со стороны крымско-татарского ханства. И его захоронили вблизи этого озера, и это место называли Тамбукан, Тамбукана, там, где дословно произошло именно от этого. Так вот, действительно уникальная еще одна природная достопримечательность на территории Кабардино-Балкарии с границей Ставропольского края. А то, что
территориально наша соседняя республика братская Северная, мощного царства Алании, которое было на Кавказе, и мы уже об этом вспомнили, это тоже очень интересное направление народов Кавказа, абсолютно с основанием считают себя потомками этого прославленного народа Алана. И Аланы вошли в историю древнего мира наряду с Византийской, Римской империей, как один из мощнейших периодов расцвета аланского народа. И Римская империя признала независимость Алании. И воины Аланы, они были бесстрашными, отважными, и практически их всегда назвали непобедимыми воинами. Один Алан мог несколько противников за раз. Правление византийского императора Юстиниана I, который вошел в историю древнего мира как не только яркий завоеватель, правитель, который присоединял к территориям своей империи многие государства. Считал, что именно эта религия самая правильная – поклонение единому Создателю. И надо отметить, что византийские монахи очень успешно справились с этой задачей. Действительно, многие народы приняли христианство, и доминирующая религия некоторое время было именно это направление. Этому свидетельствуют многочисленные археологические подтверждения на территории нашей республики, в том числе это византийская архитектура, склепы, храмы небольшие, это восьмигранники с конусообразной крышей, объекты на территории нашей республики. Вот в Чекемском, кстати, очень много ущелий таких вот объектов. Больше укрепился ислам и распространился на территории Ставропольского края, где мы с вами сегодня познакомимся с одним из красивейших городов-курортов Кисловодска. Мы с вами прогуляемся по уникальному просто Кисловодскому парку. Тоже немало интересных, более активному развитию этих городов. Это было название Бештау, в переводе с тюркского «пять вершин», затем уже трансформировалось на Пятигорск. Пятигорск – это один из прекраснейших городов, который тоже является достаточно посещаемым городом не только в плане лечения, потому что это город-курорт, где находится немало, очень много даже таких более насыщенных в этом смысле направлений минерализации, то есть здесь очень много всяких источников и так далее. Так вот, этот город еще привлекает внимание большое количество туристов, потому что очень уютный, живописный и и он имел возможность, когда приехал в Пятигорск, выбрать самый большой добротный дом. Но Лермонтов, когда рассматривал дома в качестве виды из окна, какие виды, и выбор он свой сделал в пользу маленького саманова из окна. И у Лермонтова стоял письменный стол рядом с окном, а за окном виднелся прекрасный Машук и очертания Бештау, которому он немало посвятил стихотворений, которые он часто упоминал в произведениях своих и «Герой нашего времени», и в повести «Княжна Мэри» и в других произведениях. И, к сожалению, Большому озеру, где принимали ванны. Сейчас там не принимают эти процедуры, их нет, но как провал, где можно потереть его руку на удачу, и она действительно блестит уже от многочисленных. Очень красивый, уютный город, как и минеральные воды. Где находится главный аэропорт, минеральные воды, которые мы, так скажем, при объезде захватили. И вообще Ставропольский край – очень обширная территория,
И самое главное, достопримечательности, это, конечно, города-курорты. И самые посещаемые это города-курорты. В Пятигорске немало и православного именно направления объектов. Это древние и современные часовни, храмы, это, конечно, церкви, усыпальницы и так далее, где находятся иконы старинные и современные разным святым. И, конечно, это, опять же, привлекает немало количество приезжих туристов для посещения этих объектов в том числе. Ну а Кисловодск это, конечно, город, который в первую очередь, конечно, это город-курорт, куда приезжают отдохнуть, поправить здоровье, укрепить свое здоровье. Ну и, конечно, это парк. Парк, который является одним из самых больших парковых зон, и меблированные комнаты сдавали для этих приезжих. В дальнейшем очень много территорий стали отдавать богатым людям для строительства таких дней, которая проходила через территорию всего Кавказа. Они очень многому научили горцев, кавказцев и в сельском хозяйстве. И вообще внесли ощутимый вклад в развитие Кавказа и Ставрополья нынешнего. Так вот, немцы обосновали вблизи Железноводска колонию, большую колонию, Николаевка ее назвали, вблизи колонии. В этот активный период охватывания в плане именно курортной зоны, и когда сюда стали массово как бы съезжать люди, и население стало здесь расширяться коренное, а коренное в конце 18-го, начале 19 века. И вот духовную часть, как бы вот охватить развивающие территории в качестве курортной зоны. А самая главная их цель была распространение христианства. Так вот, шотландцы обосновали колонию Карас. Карас, где раньше это был аул, жили крымские татары, которые выехали большая часть в Крым, и этот аул вот и заняли шотландские беседы, фабрик. Это был завод и известковый, и кирпичный. Была мельница построена. Были построены кондитерские целые фабрики, молочные заводы. То есть они очень такую широкую деятельность развернули, шотландцы и немцы, преимущественно немцы. Вообще немцы очень большой вклад внесли в те годы, вплоть до самой войны, Второй мировой войны, когда по распоряжению Сталина немцы все практически были высланы со Ставрополя, из Кавказа в Среднюю Азию. Сталин боялся того, что не будут взаимодействовать с фашистами. Такой хороший вклад внесли в развитие, прежде всего в экономическом плане. Так вот, шотландцы и немцы обеспечивали курорты развивающиеся, Кисловодска, и Железноводска, и Сентуков, и Пятигорска товарами. Это и табачная продукция в том числе, это овощи, фрукты, это хлебобулочные изделия, у них свои пекарни были. Такая была активная деятельность у немцев на территории этой кавказской, так называемой Моздокской линии, строились фортпосты и крепости по всему Кавказу. Так вот, Нальчик, когда уже в качестве крепости перестал существовать, и его переформировали в Нальчикскую слободу, опять же, большое количество немцев приехало, поселилось вблизи Нальчикской слободы. Но ее, я не оговорилась, действительно, первое время называли даже немецкая слобода. И поселилась вблизи плодородных земель Нальчикской слободы. И, долгое время
называли именно как немецкая слобода. Потом уже приехало большое количество еврейских семей, астраханских, и даже Нальчикскую слободу поделили на три колонии. Немецкую до войны, астраханцы после войны в большей степени переехали, а евреи у нас проживали вплоть до распада Советского Союза. И до сих пор в Нальчике вот эту территорию, где они компактно проживали, именно оказали немцы в развитии чисто в экономическом направлении. У них были очень красивые... Недалеко от Кисловодска была колония, и вблизи Железноводска, вот эта колония Николаевка. У них улицы были вымощены брусчаткой, очень много красивых было цветов, вазонов. Это был такой, знаете, европейский уровень жизни. Здесь в период жизни и период такой активной деятельности именно немцев и шотландцев. Но в большей степени, я бы сказала, немцев, как отмечают историю. Но если уже брать, опять же, ближе к середине 19 века, когда был найден источник вблизи, как вот сейчас мы называем Кисловодска, тогда первый источник называли «кислая вода», потому что вот специфичный вкус. Я бы сказала, даже не похож гидрокарбоната натриевой, кальциевой, как мы ее называем, воды, где вот все вот эти полезные микроэлементы содержатся. Он имеет свой какой-то тоже ватый. И здесь же в Кисловодске, в Пятигорске есть и соленоватые минеральные источники, есть эффектом газированной воды. Очень вкусная и с привкусом ржавчины, например. Эффективное воздействие на организм. Так вот, когда был обнаружен источник вблизи вот именно парковой зоны нынешней Кисловодска, какого-то интересного производства, винодельные, огромные плантации, виноградники и так далее. То есть именно Ребров, который в первую очередь засаживал и склоны этой территории, которые сейчас уже как склоны гор, в густых зарослях целых лесов. Так вот, Тауби Урусбив большое количество саженцев, вот этих сосен, привез с Эльбрусского ущелья, у подножия Эльбруса, где он сам проживал. И немало сосен на территории этой парковой зоны, это уже многовековые сосны, подарок нашего балканского Тауби. Сам Урусбиев тоже был очень интересная личность, он увлекался историей, тоже краевед, не задев гору Кольцо, через нее со своим конем перескочишь. Но у тебя будет всего 3 попытки. Он решил, что это совершенно несложная задача, и отправляется на эту гору Кольцо и перепрыгнул через нее, совершив такой рывок. Но конь задел кольцо. Конечно, заволновался тот нарт, который понимал, что от него зависит судьба многих людей, и люди ждут от него помощи, а у него всего остается одна попытка. Он спешился с коня, со своего, как называл, четвероногого друга, и слух произнес: «От нас с тобой зависит дальнейшая судьба многих людей. Мы должны сейчас собраться, и если мы заденем кольцо, многие люди и дальше будут погибать. Мы должны сделать это». Какое-то мгновение они задумчиво стояли, обнявшись. За гриву обнял он своего друга четвероногого. Сконцентрировали все свое внимание. И третья попытка удалась удачно. Они перепрыгнули через это кольцо. Он отправляется на битву с этим драконом. В долгой схватке, которая длилась целые сутки, по легенде, он все-таки его смог одолеть и спас тем самым народ. И есть момент, когда слушаешь эти песни. Вот.
Идем на гору Кольцо. А вот и гора Кольцо. Это специально или нет? Нет, это все ветры. Брали чай, чтобы там попить чайку. Алкоголь не рекомендую. Головную. Осторожно. Алюшек, давай сюда чуть-чуть. Да, вот так. Поехали. А другая дорога идет? Нет, нет, не фокус. Такая вот красота. Давай, чуть не видно. Двигаемся дальше. Что? Покажет пора маме. В советский уже период, когда 20-е, начало 20 века, после революции стали происходить преобразования различные политического характера. А Ярошенко, к сожалению, тоже ушел из жизни. Его вдова не смогла уже так ухаживать за этой виллой, постепенно это пришло в упадок, а вот в этот революционный период она решила его продать, эту дачу, этот объект, и как раз началась революция, и покупатель решил воспользоваться этим хаосом, этой ситуацией, не отдал, не вернул деньги. Многие картины были утеряны, уникальные картины и самого Ярошенко, и многих известных других художников. И, собственно, вот этот период был такой,
как его называли, периодом как лею, все-таки охватить прогулкой своей. Как я уже говорила, все смотреть просто нереально. А здесь несколько. Я вам еще раз напоминаю, 4 часа стало надо. Вот тут, значит, встретимся, я вызываю автобус, он подъезжает, мы садимся. Понятно? Что мне не надо, как идешь? Ну и для когда? Ну как, для какарта. Ну. Вообще вот эта площадка, это и есть Лермонтовская знаменитая площадка. А это здание, оно осталось, что от здания, колонны, с крышей, была это в 19 веке колонна, ресторация, здание гостиницы. Первый такой большой гостиничный дом, где были нарисованы комнаты. Эту реставрацию Лермонтов осветил в своем произведении «Герой нашей книги». Встречался с Верой, были диалоги и так далее. А вот этот грот, который под реставрацией, вы сейчас подойдете, посмотрите, там заточен демон. Еще одно произведение Лермонтова, где демон, который, после того, как его изгнали из рая, он совершал только злобные деяния. И пролетая над Кавказом, вдруг он влюбляется в красивую девушку. И в нем просыпается чувства, которые были ему уже неизвестны. Но там другая трагическая история, связанная с этим сюжетом. Так вот, местный скульптор, он решил этот образ увековечить. Хотя служители, попы, священнослужители были против того, чтобы образ демона был какой-то где-то здесь установлен. Но тем не менее, его установили, вы сейчас пройдете к этой решетке и увидите заточенного демона. Но он какой-то был не очень грозный. И тогда скульптор добавил фонарики, подсветку в глаза, красные, чтобы ночью был такой более жесткий и серьезный вид. И он действительно устрашающе прикован цепями, чтобы он не вырвался на свободу и больше не причинял никому вреда. Вот вы посмотрите основную достопримечательность этого демона, реставрация с вот таким обликом Лермонтова, барельефом нашего классика. Дальше слева у нас ресторан «Нарзанная галерея» по проекту скульптора английского Уптона. Это вообще галерея была деревянным таким как бы настилом, такая была беседка небольшая. И вот Ольховка, река, вот тут протекает, где художники выставляют картины. Вы сейчас будете гулять до Дамского каприза, туда, в ту сторону, в часть, вдоль как раз лично. И вот эта Ольховка часто захватывала как первый источник Нарзановы, который был пирамидальной формы куполом, там сейчас как вот реликвия основная. И потом вывели это русло, дальше его отвели от этого источника, и Уптон англичанин приезжает сюда и делает такой в готическом стиле, применяя готику, другие символы, значит, вот какое-то дальше переходе, устанавливает очень красивое здесь строит здание. Мы зайдем туда, вы попьете, попробуйте водичку, а дальше за галереей находится курортный бульвар, очень красивый бульвар.
Значит, вот это как бы центральная аллея на вот этой парковой части, нижнего парка. Значит, в ту сторону бульвар, а в ту сторону, о чем я и рассказывала, это вдоль Ольховки вот эти интересные фигуры каменные. Дальше вы пройдете в цветочный календарь и выйдете к зеркальному пруду, к стеклянной вот этой струе и к этому дамскому капризу. Также вы увидите купола Свято-Никольского храма, кому интересно будет подняться. Рядом с ним старая крепость Кисловодск, откуда все, собственно, начиналось. И за дамским капризом вспоминайте ступенечки в долине Рос. Так что вот сейчас я объяснила, где что, дальше кто со мной, кто со мной. Кто сам решил погулять, тоже у вас на это право. Но главное, в 4 часа не забудьте место встречи у фонтана колоннада. Пошли, пошли. Что? Ну погнали. Возьмем стаканчик. Ну да, не будем. Там. Хочешь куда? Отсюда. Кого снимать? Тебя фоткать? Yeah.
санитарная комната. Вот можете в столовую зайти. Кстати, очень приличная столовая. И цены, и интерьерчик очень интересный. А отсюда начинается бульвар курортный. Поздравляем, Мариковка. Даже по архитектуре этих зданий, по стилистике этих зданий, вы видите, что это периода 18-го, 19-го. Это все были дачные доходы. И прочитали ночами. Кто со мной тоже может поменяться, я вас проведу буквально. Слов хороших не хватает жизни вам. Я пою эту песню для тех, кто делил или будет делить день за днем с вами радость и грусть. И умеют найти понимание всегда и во всем. Вы душой вместе с нами. И награды у нас на груди. Это ваши награды, знаю точно. Сейчас ваша жизнь — это подвиг, необъяснимый словами. Женой военного идти совсем не легкий путь. Вы наш уют, вы наш родной домашний храм. Вы наш надежный тыл, вы наш семейный бастион. Как часто слов хороших не хватает в жизни вам. Магнит у них тут. Слушай, нет. Колесо обозрения. Два. Карта. Карта большая? Или как карта? А? А что, такой этой штуки нет? Ну, там у мужиков. Да. Если хочешь, можем пойти потом. Хорошо? Куда? Так, сделай мне это честно. Все, хватит. Я боюсь. Там цветочки розовые, да, вон там? Ну, вот. Ну, да. Лево, и что там? Памятник, чуть побольше. Ну, да. Почему она трясется? Сиди тихо. Не надо. Наша сейчас идет наверх. Кто? Вот сейчас Наша будет наверху, вот сейчас, через несколько секунд. Сиди, не трогай. Не бойся. Тихо сиди, не раскачивай. Это Петя качает, видишь? А я что делаю? Отпились. Ты снять на видео, поговорим так. Посмотри, посмотри туда. Хотела покататься. Покатаешься? А то пойдем еще? Ну ты хочешь. Мы сейчас тату с тобой пойдем. Ой, какая блядь. Thank you.
называется? Мне хватило вот этого. Мы туда пойдем. Куда? Вот на ту. Значит, там бабка, там посмотрите, там бабка, посмотрите, там бабка катается. Какая бабка? Ну, бабка стала. Я, значит, одна туда сяду, если не сядешь. А ну-ка, сфоткай меня. Сфоткай меня. Пока сейчас уже. Давай, давай, быстрее, ну. Быстрее давай. Давай, сфоткай меня. Блядь, столько аппаратуры. Давай, как? Давай, быстрее. Это спокойное вот это вот. Кого? Вот это вот такое чертово колесо. Колесо обозрения? Оно спокойное. Ну оно тихо. А, вот это а ты заметила, что оно очень старое? Видишь все. Потом. Можно взять один. Какой хочешь? На Домбай. Не знаю, что ты хочешь. Не знаю, что ты хочешь. Домбай можно. Вот такие вот сувениры в Кисловодске. Да. Все разные цены. Наверное, от 100. Да. Ладно, погнали, нам еще с тобой еще идти. Давай вот такой. Что там написано? Кисловодск. А у нас нет такой, да? Или был такой у нас? Есть. А! Давай берем вот, вот. Давай вот такой все. Такой? Не вот такой, подожди, у нас вот такого не было. Вот. Ты только брала? Ну что? Какой берешь? Тогда вот. Там вот такой бери и все, пошли. А зачем это? Хороший. Там вот такой бери и все. Вот. А, это синтуки. Ну, смотри. Вот такой бери, все, пошли. Свободка, да. Это сколько стоит? Это еще какой-то. Какой-то. И бросила в Кисловодске, и сами, кто хочет, где гуляют. Здесь мы могли, там еще будет колоссальный. Ну, мы один взяли просто Кисловодск, там разные вот эти места и все. А? Что такое? Столовая, пошли. Ну да. Нормально только, без паники возьмёшь, то что нам надо. Ну да. Запомнил, где находится этот? Парк-отель. Нет, после где колоннада, колоннада. Где колоннада, где парк-отель. Mm.
кушайте, кушайте, кушайте. Столовая, это вход рядом, а вот и столовая. Ну ты такой. Разнос ты хочешь? Где разнос? Ну там разнос. Вон там разнос. И разнос что-то будешь делать? Так, сейчас. Били вилки, ложки пришли. Били вилки, ложки. Что-то будет. Не знаю, что-то будешь. Сейчас решим. Пошли. Давай, лежи, пошли. Поехали. Пути, что да? Будешь говорить? Пить будешь что? Пить я буду сова. У нас есть вода своя. Надо что? Есть, так, я нет, из этого надо. Ничего не... Давай, вот. Будешь картошку? Будешь. Ну, с чем она? С мясом будешь? Что будешь? Говори сразу. Какая не плов тогда, плов ничего. Плов, я буду плов. Нет, тогда не подожди, знаешь, что буду делать? Подожди, это не серьезно, надо что-то. А не проще картошку за такую взять? Картошку взять? Не проще бы такую картошку взять. Давай, ой, с барашки. Давайте такую нам. Вот такую добили, и все. А из мясного что? Это получается тебе что-то тут. А ты такой не будешь? Буду. Буду. Еще такую давайте. Ты будешь такую? Здесь мяса мало тебе. Я, может, не... Так, ну что, накладываю или как? Ты что будешь? Будешь такой? Да. Тогда ты типа, хочешь ты? Давайте, давайте еще это. И еще добавьте на то, чтобы не было. Ложку может быть, или котлетку, я не знаю. Что будет? Не знаю, что хочешь. Ты что будешь, вот ты что? Я этого хватит. А у вас пюре есть пюре? Пюре уже все. Уже картошка есть. А у вас пюре есть? Да. Пюре уже все. С чем ты хочешь пюре? С котлетой? Я же хотел пюре жить. Есть котлета рыбная, куриная. Значит, это не надо, получается, да? А чем что? Мы извиняемся. Можно, да? Одну. Это не будешь же, да? Ну, тогда. Две, три, сколько ли, да? Ну, три. Три. Пить из воды. Ну, вода. У нас есть. Вода пока нет, да? Все. Можешь нахуй. Сейчас. Ну, куда вы хотите, ну, к примеру. Что поближе. Сидите на смотровую, на первом эти. Это куда ехать? А далеко находится? Нет. Я не знаю, как вам объяснять, это нужно ехать. Просто таксисты скажут, что смотровая. Смотровая? Да, на первом эти, на плато. Все, он вас отвезет. Именно если брать красивых места, то это Заки Солодские, все красивые места.
Ну, Кисловодск сам тоже как бы парк, все говорят, ну, восхищаются парком. У нас для нас это уже привычно. Сколько дней вы еще здесь будете? Сколько один день ехали, значит. Мы 4 уже. Очень красиво на Джулусово. Если будете еще как-нибудь здесь ездить на Джулусово. Дорога сама на Джулусу считается самое, ну, второе место по красоте в Европе. Это вот все, что мы едем, мы пешком даже не едем, да? Нет, это я бы вас привез бы к низу парка, а сейчас я вас привезу кверху парка. А, все понятно. И вы просто спуститесь на долину. Да, да, понятно. Так очень проще. Просто только не знаю, сколько там была сумма оплаты. У вас, наверное, было видно, когда вызывали? Да, 100 рублей. Ну, как говорят, типа, даже лечебный, в каком-то плане, да. Не, ну, тут климат очень хороший. Да, у вас зима, как у нас нет, у вас теплее. Да. Ну, мы сами в Кисловодске, редко кто тут отдыхает, но обычно. Я лично в Сочи постоянно езжу отдыхать. Ну да. Здесь даже машины не ездят. Конечно, отправляются. Бить не могут, ничего не могут. Иди гуляй, да? Ну да. Хорошо, да? Ну да. Конечно. Ничего себе. Ну видишь, как сильно пропустил. Да, боже. А ну-ка, стань там. Идешь? Вообще, не так стрельни, не так стрельни. У меня сейчас получилось там классно. Видели все розы, вот это, да? Ну да, да и на розы. Ну потом, пошли чуть дальше. Да. Там где-то с розами здесь. Пошли.
Мы очень долго ехали сюда, в Кисловодск, очень долго. Только приду сюда. Сейчас вот наш этот фотограф придет. Вот там надо было взять. Там будет девочка фоткать. Сейчас она такое имя. Я не запомнила. Но мы тут. Ну, девочка сидела. Нам собака не нужна. У нас нет два кота. Что у нас появилось? Интересует меня не сильно, надо просто давал барману. Беги на рост. Ну как тебе это длиннорос? 948. Нет. Короче, нам еще там стоит километр. О, канатка. Канатка? Ну, она не работает. Что это? В Кисловодске? Говорили, что канатки нет в Кисловодске. Если она такое здоровье или... А ну давай, назади на нее быстрее, давай, куклу играть. Кошми. Она правда стоит, кабинка висит где-то там. Ну вот, потому что кабинка канатка. Вот красная. Идешь? Наверное, нет.
Так, ресторан «Храм», «Красные камни». Так, «Долина роз», это мы там были. «Красные камни», «Серые камни». На «Долине роз» мы уже были. «Красные камни». Короче, нам прямо. Это в город, да? Наверное, да. А куда надо? Он сказал, что нам прямо. Кто сказал? Он так сказал, что который уже мы говорили, слушали. Я не знаю. Слушай, а в город? Хотите по левой, хотите по правой стороне, там будет девочка. А много, да, идти? Далеко еще? Ну да. Как? А как можно сократить, не знаете? Нет, никак. Можно сократить. Ну, видишь, погнал. Пошли вот так. Пошли, я хочу дом. Пошли, говорить. Ну да. Ну что ты хочешь мне сказать? Чего не хочешь сказать? Ну да, не могли. Вы, может, время стоит на месте? Уже наполовину, пока мы выбираемся отсюда. Десять минут. У нас осталось вообще ничего. Куда? Вот, нашла? Половину. А. Ну да. Эту рынку. Прямо? Ты понял, куда идти? Прямо. Все время прямо? Да. Что? Что ты хочешь? Пошли, говорю. Пошли, надо. Вообще-то. Да пошли!
Да прямо пошли как по парку. Пошли, правда, не издевайся. Пошлите, говорю я. Сколько времени уже осталось? Уже не осталось времени, почти быстрее. Пошли, говорю тебе. Ты что, забыл, заблудилась, что ли? Понять не могу. Ты что такая-то вся уже? Амир, водичку попей спокойно. Ася, мне можно уже выказывать очки? Что ты хочешь? У меня стаканчик есть. Я не хочу. О, кавказская кухня наверху. Видишь? Ну вот, хинкали. Хинкали, чача-пуры. Что? Мне нравится вот этот вот кухня. Когда все с тобой приезжают сюда? Уже нет, пошли. У нас есть время попить нарзан, питьевой галереи, и все. Ну да. Ну пошли. Где Оля? Что? Прямо? Пошли, говорю. День-два. Потом будем с тобой. Хорошо, три дня. Пойдем, у нас времени уже нет. А где эта колоннада? Вот колоннада. Там написано, что должен здесь целый день уже провести. Пошли, правильно. Я когда волосы постоянно делаю, это классно. Пошли, говори. А это зло. Мы...